Всем добро, с вами я, Страсти Упро. Сегодня расскажу о способах, как поздравить свою девушку в мире Майнкрафта с 8 марта. Способ номер один. Конечно же, это романтический ужин. Вот такая здесь романтическая обстановка. Построить здесь стол, приготовить ужин своими руками. Классно и круто, здесь достаточно все смотрится. Звездное небо, луна, ну и приготовить подарочек. Лучшие друзья девушек — это алмазы в мире Майнкрафта. Ух, обожаю я подобные подарочки. Любая девушка будет рада, конечно же, этому. Вот так вот классно и круто здесь все смотрится. Но есть еще огромное количество различных способов. И способ номер два — это отправиться вот в такое океаническое путешествие и, наверное, найти какой-либо необитаемый остров и обустроить на этом острове так, чтобы все было достаточно уютно, красиво, да, и топово. И однозначно на подобном острове можно тоже отметить 8 марта, да, со своей девушкой. Конечно, здесь можно поставить и палатку, поставить гостиницу, да, все что угодно. Вот подплываем мы к этому острову, и здесь уже все готово. Да-да, здесь достаточно такая уютная, классная и крутая обстановочка. И хочется здесь задержаться, да и подольше. Очень уютненькая такая палаточка возле костра. Можно также спеть о своей девушке песню под гитару. Именно на 8 марта такой вариант подходит как нельзя лучше. Ну а также можно насладиться вот этим морским пейзажем. Можно посмотреть на звезды, на луну. Ну, а также можно с пользой провести время, поскольку можно, конечно же, порыбачить. Достаточно вот такое вот топовое времяпровождение. И я так думаю, что многие из девушек-майнкрафтеров, конечно же, оценят подобное проведение 8 марта. Но есть еще один достаточно такой интересный способ, которым можно поздравить свою девушку, подарить ей путевку в теплые страны. Да-да, ну, а теплая страна в мире Майнкрафта — это, конечно же, ад. Да, все, я взяла свою путевку, и сейчас я отправляюсь в теплые страны, да, понежиться под теплым солнцем, конечно же, и искупаться в теплом море, ну а почему бы и нет? А можно попутешествовать, а найти, конечно же, бастион пиглинов, ну и подружиться с этими пиглинами, ну а также подарочки, да, впереди огромный сундучок с подарочком, и я так думаю, что там что-то такое достаточно интересное. Что же в этом сундучке? Да, золотишко, но классно и круто, обожаю я подобные подарочки. Спасибо, конечно, огромное. Да-да, попутешествовать именно вот по этому бастиону пиглинов, мне кажется, будет тоже зачетно. И понравится, конечно же, любой девушке. Но здесь такая романтическая, красивая и интересная обстановочка. Но хочу сказать, конечно же, подобное путешествие — это будет на любителя. Но, тем не менее, как один из способов имеет место быть. Ну, еще достаточно такой один топовый способ — это прокатить свою девушку в мире Майнкрафта на подобном авто. Да-да, прокачусь-ка я на этом ломбарджини. Вот так вот неплохо устроить авторалли, да и погонять по различным вот таким вот биомам. Можно устроить да какую угодно, конечно же, трассу, можно также экстремальное вождение, ну а почему бы нет? А можно посадить свою девушку, конечно же, на место водителя. Ну и вот так вот топово, конечно, покататься, да и погонять. Лишь бы только это все закончилось нормальненько. А то всякое может быть, а можно провалиться в яму, да куда угодно. Но, тем не менее, мне кажется, подобное 8 марта тоже будет достаточно зачетным. Но однозначно большой плюс за то, что таких способов в мире Майнкрафта, как поздравить свою девушку с 8 марта, огромное количество. И какие бы способы вы ни выбрали, в любом случае, ваша девушка, конечно же, будет очень этому рада. И я сегодня желаю всем девушкам Майнкрафтера, чтобы их на каждом пути встречали вот такие вот огромные шалкеры, заполненные красивыми цветами. Ну и чтобы они классно и круто всегда проводили свое время. Да и не только в мире Майнкрафта, но и в реальной жизни. Всем желаю классного, крутого, мега весеннего настроения. И всем пока-пока!